Добрый день, друзья! Приобрел себе новый комплект карданов. Передние, задние карданы. Почему решил выбрать эту фирму? Во-первых, у них идет усиленная шлицевая от УАЗа Патриота с защитным чехлом. Кристаллина собственного производства 2121. Взаимозаменяемый с другими производителями. И не требует, самое главное, обслуживания. Качественная балансировка. Вот видите, все отбалансированные. Ну и российское производство 100%. Вот, вот так вот, если видно вам будет. Это ООО «Саратовский завод», серп и молот. Установим, покатаемся, следите за моими видео, где я буду рассказывать, есть ли с ними вибрация, чем они лучше, чем они хуже. Вот, заводские снимаю и устанавливаем эти. Итак, здесь мы гаечки открутили, кожух убираем, ослабляем, здесь отсоединяем, и задние карданы у нас снимаются. Здравствуйте. Да, привет. Приехал я к официальному дилеру, к Диме. С Димой будем менять. Ну и так, что мы отсоединили. Здесь у меня новый редуктор с самоблоком. Видео есть, тоже я устанавливали буквально недавно. Так, ну по днищу вроде все у нас прекрасно и все нормально. Никаких нюансов нету. В раздатку устанавливал тоже самоблок. Ну, преднатяг маленький. Надо преднатяг здесь больше делать однозначно. Ну и сейчас будем отсоединять передний. Передний тоже отсоединяется тынк. И там. Ну, говорят, что нужно раздатку смещать, но не знаю. Попробуем без снятия раздатки. Отсоединить и снять. Так, ребят, купили комплект болты, гайки. Ставим обязательно новые, потому что был случай, что в поле у меня реактивная тяга оторвалась. Кардан вышел, и гаечки мы кое-как открутили, потому что уже крутили их, и шлицы немножко подпортили. Поэтому всегда обязательно устанавливайте новые. Сейчас собираем задний кардан, стягиваем и будем устанавливать. Давай. Не надо, не надо. Сам попадешь. Попал, молодец. Не пропьешь, как говорится. Ну что, собрали, устанавливаем задние карданы. Дрин-дрин-дрин-дрин. Передний кардан отсоединили без снятия раздатки. То есть раздатку расслабили, она немножко подалась, и в принципе кардан освободили. Все, установили карданы. Мы сами профиль. На вид замечательный. На вид-то да. Давай, смотри. Посмотрим, как они поведут себя дальше. Как мы передние установили, в принципе, без снятия раздатки. Да, просто расслабили, сдвинули, и вот установили. Поставили новые болты, новые гайки. Следующий этап, в чем у нас? Балансировка, да? Отбалансируем раздатку и поедем пробовать. Да, понял. Производим балансировку. Я на подъемнике. Раздатка заблокирована, четвертая передача, держим ровно 60 обороты. Так, загоняем автомобиль на стенд. У меня теперь, так, сзади стоят амортизаторы Monro, впереди Каябы. Сейчас мы посмотрим работу. Проверяем амортизаторы. Так, сейчас мы перед проверяем. Это Каябы. Установил буквально недавно. Может быть, месяц. Видео есть. Ссылочку оставлю под видео. По установке этих амортизаторов и где я их приобретал. Так, перед мы посмотрели. Сейчас задняя ось. Сейчас задняя ось. Поехали. Monro. Смотрим Monro.
сейчас нам все расскажут, все параметры. Так, схождение колес от минус 7 до плюс 7 считается нормой. Угу. Вот. Перед минус 4, угу. Зад плюс 1. То есть схождение колес норма. Угу. Понял. 40% минимальная точка работы. Ниже 40 стойка неисправно считается. У вас 58%, 59% левый, правый, передний. Зад 78, 77. Указания ниже 40 стойки не бывает. Хорошие показания. Угу. Амортизаторы работают. Работают, да? Да? Ну все, спасибо. Спасибо. Еду по следам квадроцикла. Непростая задача, однако, непростая. У нас мороз сейчас, минус 15 показывает. Вчера плюсовая температура 2 дня была, снег сырой был. Вот, лесовцы квадрики проехали глубоко. Я еду проваливаюсь, хотя подморозило. За счет того, что подморозило, наверное, я и еду. Колея квадроцикла намного уже. Мы же на Ниве, мы же тоже можем проехать. Останавливаться уже нельзя. Все. Путь уже выбран. Надо достигать его. Что-то мы куда-то вообще не в ту сторону едем. Не та дорога. Вторая понижена. Заблокированный. Подъем, подъем пошел. Что, давайте набирать скорость. Вторая пониженная. 4000 оборотов. Работает, я думаю, слышите. Так, подъемчик, подъемчик. Я по колее иду. Так, а тут что, спереди переметы хорошие.
подъезде, скоро будет асфальт. Резина липучка. Мороз, липучка работает однозначно. Ноги он РС-2, по-моему. Ох, асфальт, машина ездит. Так. А как мы тут выйдем?